а у нас в квартире газ, а у вас. Затем, чтобы голубое топливо доходило до жителей столицы и Заволжья, следит Горгаз. Накануне это стратегически важное для Чебоксар предприятие посетили депутаты городского собрания. Нету концентрации, все набирается, набирается. Ну, сейчас посмотрим, что в результате этого произойдет. Все, макет. Квартира, кухня после взрыва. Насколько опасно шутить с газом, посетителям показывают наглядно. Работа предприятия как раз направлена на то, чтобы подобного на реальных кухнях не происходило. Чебоксары-Горгаз обслуживает газопроводы, проводит ремонты, плановые, экстренные, ликвидирует аварии. Здравствуйте. Ваш адрес? Что у вас случилось? Запах газа на кухне. Перекройте, пожалуйста, краны перед газовым оборудованием. Форточку откройте, проветрите. Огнем и газом не пользуйтесь. Не курите, огня не разводить. Электроосвещение не включать и не выключать. Приедем, проверим, ждите. Сейчас пропан используют не только для приготовления пищи. Им отапливают квартиры, греют воду. Чтобы подобный бытовой рай не обернулся трагедией, в компании работают не только с техникой, но и с населением. Проводят инструктажи и обучение. Включается очень просто. Во-первых, работает он на электричестве. Розетка от котла в целях безопасности должна устанавливаться на расстоянии не менее 50 сантиметров. Значит, и кроме этого, котел обязательно, вернее, желательно, должен подсоединяться через стабилизатор. Так, значит, розетку включили, газ включили, включается очень просто. Кнопочку нажали, котел включился. Несмотря на все эти меры, то, что с этим природным ресурсом нужно быть крайне осторожным, понимают не все. Так, некоторое время назад один из жителей города перепутал газовую трубу с водопроводом. К счастью, обошлось без жертв. Не специалист, подключая газовый прибор, перепутал, как говорится, подводки воды и газа, и в газопровод залил нам воду. Тут единственное, чем можно от этого уйти, только приглашать специалиста. Замену газооборудования должен делать специалист. Никакого ни тут, в коем случае Любим мы вот Кулибины, мы все знаем, мы все специалисты, все во всем разбираемся. Вот это так делать нельзя. После всего увиденного и услышанного взывать к благоразумию горожан, то есть избирателей, предстоит и депутатам. Чтобы мы, вот у нас есть плановые такие посещения, как водоканал, БОС и другие, вот там МУП, ритуальные услуги и так далее. Вот есть ряд предприятий, которые мы как бы обязаны в силу того, что мы депутаты, ну и в силу того, что мы должны до народа довести, как работают вот эти организации, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность города, ну, соответственно, жизнедеятельность наших горожан. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.